Приветствую вас, друзья, на моем канале, с вами Михаил, и я решил начать с такой маленькой заставочки, так как там идет описание, что происходит. По всей галактике рассказывают легенду. Кто играл в эту игру, тот уже поймет, кто не играл, все увидим. На далекой планете стоял мрачный замок. Вот он мрачный. И однажды огромная армия обрушилась с небес. Прямо на цитадель. Окей. Что за армия там такая? Замок был разрушен. Но под его обломками остался артефакт великой силы. Наверное, за ним все и охотиться будет. Я заставку сам не видел, на самом деле. Ну, немножко поиграл в нее, а заставочку пропустил. Пушка. Убивающее прошлое, это что за... То есть мы за ней будем, наверное, охотиться. Со временем замок восстановили. И многие, услышав эту легенду, решили все поставить на карту ради еще одной попытки. Ну я же говорю. Вот они, охотники. С калашами! Чтобы получить эту награду и отменить все, что было сделано ранее. Они должны. Что дальше? Вот она, эта игра. Enter the Gungeon. Gungeon. В общем, она на русском. До этого я играл на английском, так как не знал, что она на русском. Так что сейчас мне будет проще. Я хотел сделать немножко вот такой вот... Так. Вот такой вот режимчик. Полскрин, гамма, все это пропускаем. Звук я вроде настроил, вот видите, совершенно другой вид. Игра а-ля 90-е с такой графикой. Вот, и я даже не могу сказать они об этой игре что-то. Мне понравилась, в принципе, здесь музыка. Сейчас вы ее услышите позже. Вот. По графике, конечно, она напоминает Punch Club и тому подобное. То есть двухмерный дэнди, скажем так. Дэнди, даже не дэнди. Заблудшая душа, предстань передо мной и нажми Е, чтобы поговорить со мной. Давай. Ибо это я, Сир Мануэль. Внемлите мне, я научу вас, как выжить в этом проклятом лабиринте. Пройдите в дверь. И ваши... Что-то я не дочитал, ну ладно. Ну-ка, что он еще скажет? Нет ли у вас других вопросов, ученик? Где именно взять? Так, немедленно, ступай же в дверь. Хорошо. Здорово. Попробую опрокидывать столы и пинать тумбочки с помощью клавиши Е. Опа. Вот так можно закрываться. А здесь что? Бочку мы. Ну-ка. Ну ничего нет. Они могут... Пробежал по названию. А вот здесь уже и поинтересней. Вот самый важный урок. Можно совершать перекат, нажать левую правую кнопку мыши, извиняюсь, во время первой фазы переката действует защита от огнестрельного оружия, но когда вы приземлитесь, защита исчезает. Вот оно как. То есть можно перекатывать сквозь пули и другие опасности, но это потребует точного расчета. По вашей команде я уберу барьер, чтобы не погибнуть. Чтобы не погибнуть, перекатитесь на правую сторону комнаты. Дождитесь последнего момента. Понял. Опа. Опа. Так, держимся. И поехали. Опа. Хопа. Хопа. Хоп. Уходим. Недурно. Перекат. Единственная надежда. Оружельцев. Понял. Моя, то есть. Никому не ведом, почему это работает только в оружии.
Оружие. Что это? Сейчас нам дадут пушечку. Прохода нет. Выполните перекат, чтобы перепрыгнуть яму. Да. Перекат у нас... Чуть не засмотрелся и не упал в воду. Так, что он пишет? Дверь открыта, но придется преодолеть еще одну яму. Так. Ну и... Давайте подойдем к нему. Перекат — главный и лучший способ избежать гибели перестрелки. Хотя иногда количество пуль может зашкаливать. Вот смотрите. Прокатиться сквозь это невозможно. Но пройдите мимо... но пройти можно даже здесь, извиняюсь. Так, сейчас мы... Пустышки уберет все вражеские снаряды в зале и заставит противника ненадолго прекратить огонь. Она также раскидает в стороны ближайших врагов. Ну, как взрывчик такой маленький будет. Это даст вам несколько секунд и сменить позицию. Давай. Так, с помощью... Сейчас мы все сделаем пустышечкой. Поехали. Видите? Опля. Превосходно. Пустышка есть на каждом этаже, так что используйтесь ими по необходимости. Я когда играл в нее, все было на английском, и я не понимал, что пишут. Не было так забавно, на самом деле. Вот. Сейчас будет у нас оружие. И какие-то враги, да? Давай уже. Вот оно. Так, забыл кнопочку. Вот оно, мое оружие. Гороха стрел. Первая пушка ребенка. Используйте мышку. На перезарядке нажмите кнопку. Сначала найдите, во что стрелять. Какого-нибудь обитателя оружия. Жесткого, дикого и кровожадного. Так. Теперь. Убей его. Финиш. Бам-бам-бам. Все, какие-то очки пошли. Хладнокровные, правда, не знаете жалости. Вы и правда не знаете жалости. В следующей комнате будут настоящие перестрелки. В каждой комнате убивайте всех врагов, чтобы открыть дверь. Самое интересное то, что таких игр стало много. И я даже не знаю, почему их стали делать, и они как-то стали измениться. Есть, конечно, интересные игры, не спорю, но с такой графикой. Хотя, знаете, где классно в такие игры играть, я вам, мое мнение, это типа PS Vita, телефонах, думаю, они, да, будут хороши. Ну что, убиваем? О-о-о-о-о. Сейчас быстро бежим. Кстати, надо столик перевернуть, да? Сюда. Понял. Мне просто интересно, какие возможности. Ничего. О, перезарядочка. Он тоже спрятался, кстати. Перезарядочка. Так. Окей. Сейчас другие будут. Вот уже посерьезнее, друзья. Перезарядочка. С двух сторон наступают. Отлично. Опа. И патроны закончились, блин, не вовремя. Я мажу. Это что, бочки взрываются? Давайте посмотрим. О, точно взрывается, блин. Тут какой-то полубосс. Смотрите, как он стреляет. Я думаю, он может проблему нам доставить. Неплохо я его убил. Какие-то очки получил. Это пули, походу. Ну что ты нам скажешь? Получилось, ура! Знаете, что такое перекат? Стышка и как надо стрелять. Но вам еще учить, есть чем поучиться. Вам надо научиться использовать предметы, которые оружием не являются. Вот, например, аптечка. Она может восстановить здоровье. Взять ее, подойдите. Yes. Здоровья у вас сейчас хватает, так что пока не стоит его использовать. Но в случае нужды нажмите кнопку Space. Окей.
Вот эту вот бочку мы можем, по-моему, брать, да? Или нет, мы ее раздавили. Окей, вот здесь я вот раз замучился, в общем, не знал, что делать. А в итоге... Видите эту штуку на другой стороне? Это телепорт. Единожды найдите телепорт, и вы всегда сможете к нему вернуться. В общем, та-та-та-та-та, понятно. И сейчас мы должны нажать кнопочку тап-тап-тап. Вот так вот сделать. Па-бам! Запомните, можно перескочить к любому телепорту на карте, а не только к телепортам в той же комнате. Но во время боя телепортация не работает. Если нажать E, став на портал, то переместитесь туда, откуда вы прибыли. Я подожду в одной из этих следующих комнат. К северу. Начинайте разведку. Постарайтесь найти оружие помощнее перед встречей с боссом. Понял? Давайте сразу посмотрим. Так, я думал, мы что-то откроем, но в итоге ничего. Тут еще вот, вот эти вот лампочки можно вот так вот. Пам. Картинки непонятные. Они как бы... Я думал, что это предмет, но на самом деле нет. Что, сейчас будет битва. Так, что-то бегушонок, ёлы-палы. Меня сразу же побили или где? А, нет, я жив. Я жив. Так, и сразу же патрончики. Попасть еще надо тут. Держи, братан. Так. Уй, патроны кончились. А так, вот это самое главное. Убить. Остальное не так страшно. И иди сюда, убил хлеб. Так, телепортация, очки. Куда это мы? На что? Я обратно не попаду уже, да? Братва! Держи. Ну. Вот так вот. Теперь я попаду обратно. Окей. Что тут? Ничего тут нет, да? Давайте все по разведке выходим. А, у нас задача найти оружие. Оружие мы сейчас все найдем. Давится, ломается. Ага. Не туда. Хрен с вами. Быстро. Поворачивай уже. Уходим. Держимся. Вот этого главного убить. А так вот. Ну, это что такое? А, это пустышечка. Пустышечка. Так, давайте свет потушим. Потом какой-то яркий. Лады. Здесь ничего нет, да, выходит? Не понял? А, я думал, кто-то шевелится уже. Странно. Ладно. Ну, в бой. Ага. Где мое... А, вот оно, да, оружие, нет? Сейчас оно будет, наверное. Ну-ка. А, маловато патрончиков, на самом деле. Быстро кончаются. Блин, тут же босс, да? Па-бам! Я опять здесь. Это я сделал специально. Хорошо. Оу, ее. Скажите, когда будете готовы к последнему бою. Ну. Ну что, испытаем в деле все, что вы узнали. Тогда. Вот он и будет боссом, по-моему. В общем, мы будем биться с ними. Вызываю вас на поединок. Ёлы-палы. Начнем. Смотрите, патроны облетают его. Какой ты злой-то. Перезарядочка.
мама. Да я попасть в него не могу. Так, перезарядочка. Сейчас вот таких. Смотрите, что он творит. Он меня тупо расстреливает. А я попасть в него не могу. Окей. Уходим. И опять же. Иди сюда, мой белый хлеб. Так, а вот его жизни. Я вот сейчас только заметил, на самом деле. Окей. Быстро, быстро, быстро. А, твою дивизию. Давай, 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 еще немножко. Вот и все. Блин, у меня рука даже устала, честно говоря. Горохострел открыт. Я его победил, кстати, не прочитал, что он написал, но ладно. Давайте. Вы победили меня, великого Мануэля. После стольких лет правления этими чертогами меня свергают. Ну так ты сам же хотел этого. Вам это удалось. Полная победа. Оставьте меня здесь умирать, умирать еще раз. Да что за... Слип, слип, плачет, короче. Хорошо. Ну что? Я не знаю, это босс был или кто. Брешь. Мы обратно появились там, где... Где должны были. Это типа первый уровень такой, да? Хорошо. Сейчас мы можем... Охотница. Преступница. Пилот. Ну кого? Сменить персонажа. Только меня не понял, конечно же. Так, а может нам не сюда? Давайте посмотрим. Может, там вот сюда? Кстати, тут защитники меня вначале не пускали. Вот так вот. Эй, парни! Теперь ты можешь войти в оружие. В оружие. О, все, пропускает. Молодцы! Молодцы, бойцы! Давайте пока этим бойцом поиграем, потом уже посмотрим. Кстати, интересно, как она сохраняется? Сохраняется вообще цитадель свинцового властелина. Это что такое? Еще напоминает мне немножко Диабло. Такие же катакомбы. Любил играть очень Диабло. Диабло 2. Диабло 1, кстати, тоже мне нравился. Сразу же получил за трещину. Какие же они. Твою медь. Вот представьте, как тут. Еще и патроны кончаются. Ничего. Держи. Еще нет. Так, перезарядочка. Фух, а что тут? Ничего тут, да? Так, лады. Вот так вот. Вот эту муху надо убить. Опа! Братки пришли. Ага. Врешь не возьмешь. Вот так вот. Что сейчас делаем? Пока так же. Что-то не понял, я бойца что ли поменял? Я смотрю, у него другое лицо. О, ни хрена себе! Это кто? Фак! Еще и патроны кончились, да? Уходим, уходим, уходим. Держи! Офигеть же он сильный. Так, стопэ. А, гранаты бегающие, я понял.
Так, одного мы завалили. Ё-моё. Не ту кнопку нажал, друзья. Такой мужичок. Давай, 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 бей его. Рука, блин, как вам сказать, затекла даже. Было весело. Ну что, давайте сюда пройдем. Сразу же обрабатывают меня. Ужас. АП, парни. Еще одного победил. Мама. Там что-то опять веселое. Я вот не понял. Так, у нас мотоцикл едет какой-то. Мы перемещаемся для чего? Или это когда сначала начинаем, чтобы быстро раз так? Я не знаю. Хорошо, проверим. Так, быстро их расстреляли. Осторожней. Что такое? А, это бочка поставила. Мама. А, так вот ему крышу смотрит. Так, вот эта хрень мне не нравится. Она еще умудрилась меня стрельнуть. Ладно. Вот оно, счастье-то. Это что такое, скафандр? Противогаз. Ага. Ищите глубже. Окей. Мы идем обратно. Так, надо привыкнуть к этому управлению еще. Идем, 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 идем. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Где я был, даже не помню. По-моему, не был, да? Вот это... Давай! Блин. Еще... Бабах. Застрелили меня. Так. Это что такое? Это моя погибель? Десантник. Место цитадель. Вернуться в Бриж. Чика. Так. Хорошо. Блин, не ожидала такого подвоха, но... Но игра усложняется прямо на глазах, на самом деле. Слушайте, мы начинаем сначала, так понял. Вот видите? Сейчас на скафандре, по-моему, там другой был боец. Ладно, друзья, давайте на сегодня все-таки закончу. Я думаю, что мы отсюда будем начинать. Это был, можно сказать, первый взгляд. Всем, кому понравилось, пальцы вверх, комментируйте. В общем, кто играл в нее, как игра. Ну, а с вами был Михаил, друзья. Всем спасибо, всем пока.